Мой прадедушка Кусов Казбек Мулдарович родился в 1914 году в селении Заманкул. Окончив школу, он поехал учиться в город Новочеркасск, а после был призван в ряды Красной армии, город Георгиевск. Был курсантом полковой школы. Через год ему было присвоено звание старшего сержанта-помощника командира взвода конной артиллерии. После в городе Каменск-Подольск был назначен старшиной 3-й гаубичной батареи. В 1939 году во время нападения фашистской Германии на Польшу участвовал в обороне Западной Украины. В городе Виннице ему было присвоено звание младшего лейтенанта. По возвращению в часть принял командование взводом артиллерии. В 1941 году во время нападения фашистской Германии на нашу страну удерживал оборону на границе с Румынией. После многочисленных боев дедушка был отправлен в Москву на перевооружение. Приказ Сталина: от Москвы ни шагу назад. Враг отступал, уничтожая города и села нашей родины. Дедушка дошел до Берлина. Победу встретил на Эльбе в 1945 году.